Господи! Господи! Вот опять ехать чиниться. Thank you.
Давай убьем гада! Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Ясно. Рост футов 6, среднее сложение. Вас понял. Дьявол!
Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Понял.
Всем постам! Отбой тревоги! Будьте крайне осторожны! Разрешаю открывать огонь! Всем постам! Отбой тревоги!
Вали подальше. Убери-ка игрушку, пока все целы. Извините. Кого тут напугать хочешь? Боже, спаси! Пристрелись! Это ерунда! Господи! Хуже для твоей мамочки, скотина! Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Понял. Это я, Джо. Вас понял. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. У нас потери! Валите, урода! Понял. Господи!
Всем постам! Отбой тревоги! Окей, Джоуи. Слушай, давай сделаем все по-тихому. Здорово. Придется разбираться по-плохому.
Эй, уродец! Я здесь! Неплохо. Господи! 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 Эй! О, черт! Yep!
Джо, покажи, на что способен. Мать, господи! Дьявол! Эй, уродец! Я здесь! Господи! Эй, Джо, давай, пошли! Быстрее! Да, я... Мать, я вам... Вроде это последнее. Ладно, я запускаю паровоз. Ты открываешь главные ворота и убираешь башмаки из-под колес. Эй, Джо, видишь вон там здоровенные ворота? Так открывай!
Господи! Плохо, Джоуи. Я тебе вот что скажу. Сдадим это барахло и в город. Кое-кому тебя представлю. Ну и вот, Вита за решеткой, а я оглядываюсь каждые две секунды. Да-да, я слышу. Но Тони за тебя поручился, и ты сегодня отлично себя проявил, так что ты продолжай в том же духе, ни во что не влезай. И я поговорю с ребятами, попробуем сделать тебе пропуск. Пропуск? Это что? Пропуск. Право находиться в городе и не бояться ребят Климента. Что скажешь? Ну так выпьем за это.